Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Полагаю, вы даже не видя меня, тем не менее ожидаете, когда я начну мою сегодняшнюю историю. Ну что ж, как сказал некий классик, будет совершенно замечательно. Ну, тогда так. Даешь жизнь врасплох. Даешь кино в массы. Даешь документальную запись видимого мира. И не смазывать, не смазывать. Выражаясь высоким слогом Ильфа и Петрова, будет совершенно замечательно. Декораций нет, актеров нет, сюжет нет, ничего нет. Спектакль будет идти без суфлера. Встречайте, господа, пророк и поэт советского документального кино, вождь и друг пиротехников пространства и разрезателей времени Дзига Вертов. Начиная разговор о Вертове, я не буду утомлять вас датами и географическими названиями. Лишь кратко обозначу место и время действия. Постреволюционная Москва, Тверская, 24. Про, так сказать, нехороший подвал 24-го дома среди москвичей ходили разные слухи. Больше всего он напоминал лабораторию алхимика, где сутками работали подозрительные типы, не иначе как заговорщики. Ну что ж, в такой сырой и холодной яме заговорщикам самое место. В подвале, где размещалось культ кино и трудился режиссер Дзига Вертов, из-за товарищей действительно было сыро. И так, что даже ржавели ножницы и расклеивались стыки пленки. Немногие решались зайти сюда за вдохновенным вождем. А те, кто не испугался мрачных сводов и спустился в подземелье, стали авторами революции. Да-да, великой советской кинематографической. Вернее, попытались ими стать. Узок был круг первых революционеров. Елизавета Свилова, единственный монтажер, согласившийся иметь с Вертовым дело. Михаил Кауфман, младший брат режиссера. Наконец, сам командир маленького отряда Дзига Вертов. Он же Денис Аркадьевич, он же Давид Кауфман. В подвал на Тверской Вертова привела неуемная жажда творчества. Он хотел стать певцом красивой и жесткой реальности, порожденной Октябрьской революцией. Он, Дзига Вертов, всецело принадлежал этой реальности, являясь, по сути дела, таким же завоеванием революции, как, допустим, ликвидация сословий. Им столбом кипит, дымится пароход, пестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Веселится и ликует наш народ, и быстрее шепче воли выступится в чистом поле. Им столбом кипит, дымится пароход, пестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Веселится и ликует наш народ. До октября 17 года Вертова не существовало. Зато существовал Давид Кауфман. Старший сын скромного мещанина из Белостока. Давид появился на свет морозным утром 12 января 1896 года. Вскоре после рождения Давида семья пополнилась еще двумя мальчиками. Естественно, Моисеем и Борисом. Потом эту троицу с легкой руки биографов будут называть «братья Вертовы». Но пока они братья Кауфман, дети с богатой фантазией и куда менее богатыми родителями. Так, что у нас сейчас? А, 1912 год. Давид Кауфман заканчивает реальное училище. После чего 3 года учится в Белостокской консерватории. С началом Первой мировой войны над русской частью Польши, куда входил и Белосток, нависла угроза немецкой оккупации. Для Кауфманов это не предвещало ничего хорошего. Поэтому с 1915 года семья на время переезжает в Москву. 1915 год, Москва.
Будущий Дзига Вертов испытывает небывалый прилив творческих сил. Он сочиняет нежные поэмы, политическую сатиру, философские эссе и романы в жанре научной фантастики. Наиболее удачные из которых «Железная рука» и «Мексиканское восстание». 1916 год, Санкт-Петербург. Давид Кауфман поступает в Петербургский психоневрологический институт, но коллегой Фрейда и Юнга так и не становится. Его умозаключения плохо сочетаются с заунывным академизмом выбранного им вуза. 1917 год. Да, время текло неспешно и размеренно, как вдруг грянула революция. Сначала февральская, потом октябрьская. Все смешалось. Анархисты, монархисты, эсеры, большевики. Найти себя посреди этого хаоса было крайне проблематично. Но в целом возможно. И снова в Москву. В Москву стучали колеса его сердца, приводимые в движение паровозным котлом революции. В Москве следы Давида Кауфмана потерялись, но одновременно с этим в отделе хроники Москинокомитета появился новый сотрудник, некий Дзига Вертов. В Госкино Кауфмана, или теперь уже Вертова, взяли по рекомендации известного журналиста и члена комиссариата по киночасти Михаила Кольцова. А Кольцов в бытность Мишей Фридлендом дружил с Давидом Кауфманом. Ну и поэтому, встретив земляка в Москве, с радостью оказал ему помощь. Так Вертов получил должность секретаря делопроизводителя в отделе хроники Москинокомитета, где, во-первых, ведал внутренней жизнью отдела, и, во-вторых, что безусловно важнее, принимал от операторов весь снятый ими материал. Рассматривая чужие кинопленки, Вертов неоднократно задавался вопросом, почему колоритная действительность при переносе на киноленту превращается в какое-то тоскливое кино? И в самом деле, вот почему? А потому что, судя по всему, согласно неписанной традиции, режиссеры и операторы, включая камеру, забывали включать воображение. Наверное, именно поэтому. Каждый день Вертов видел перед собой загубленные паденщиками от кинематографа шедевры. Решено, он будет бороться за правдивое и честное кино, которое заставит зрителей думать. Новый советский зритель заслуживает большего. Я так увлекся повествованием, что совершенно упустил из вида одну очень важную деталь. Простите, я ни слова не сказал о том, что означает это в высшей степени оригинальное имя – Дзига Вертов. Итак, небольшая справка. Происхождение псевдонима Дзига Вертов напрямую связано с процессом монтажа. Да, фамилия Вертов расшифровывается как «вертеть ручку монтажного стола». Имя Дзига происходит от особого зудящего звука, сопровождающего перемотку пленки. Послушайте. Отсюда следует, что Дзига Вертов – явление, суть кинематографическая. Острый взгляд пронзает каждый атом, нас каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум. 7 месяцев учебы на ошибках коллег сделали Вертова циничным энтузиастом. Он поэтапно осваивал методы и средства тогдашней кинематографии, чтобы затем либо поставить их на службу, либо списать в утиль за ненадобностью или в топку того самого котла революции. Несколько лет Вертов колесил в агитпоездах по охваченной гражданской войной стране, совершая, так сказать, выезды на натуру. В горячих точках он чувствовал себя, как саламандра в огне. Вертов впитывал безумную энергетику войны, освещенную справедливыми лозунгами, и в минуту творческого экстаза казался себе, если не богом, то уж не простым смертным. В
период с 19 по 22 год Вертов снимал фильмы, ставшие живой летописью гражданской войны. «Бой под Царицыным», «Агитпоезд в ЦИК», «История гражданской войны». Подход Зиги Вертова к предмету съемки был настолько профессионален, что его фильмы использовались даже военными в оперативных целях. Показательна судьба ленты «Бой под Царицыным». Нездоровый интерес вызвала она впоследствии у генералов Третьего Рейха, полюбивших смотреть, как молодой Сталин сокрушает врагов революции. Любопытство гитлеровского генералитета объяснялось мастерством режиссера. Он превратил фильм «Бой под Царицыным» в визитную карточку Красной Армии. В 1922 году Дзига Вертов остановил свой стремительный бег по городам и весям. Гражданская война закончилась. Можно было осесть где-нибудь и заняться лабораторными работами. Свои предыдущие опусы Вертов считал разминкой перед рекордным прыжком. Пришел час снабдить практику теоретическими выводами, подытожить сделанное четкими и хлесткими тезисами. Подводить итоги Вертов начал очень вежливо. Но легче от этого никому не стало. Режиссеры хватались за сердце. Даже от такой, по меркам Вертова, совершенно невинной фразы я зачту. «Долой кишки переживания! То, что мы делали в кинематографии до сих пор, на 100% дрянь! Надо вспороть живот кинематографу! Вспороть рифом революции!» Кстати, к месту вспомнить характеристику времени от режиссера еще дореволюционного кино Якова Александровича, естественно, Протазанова. Яков Александрович тогда только что вернулся из эмиграции. Вот он в кадре, естественно, играет в шахматы. Его не было здесь всего несколько лет, но это была уже совсем другая страна, другой мир. Кругом одни манифесты и декларации. Маяковский и Мейерхольд кричат о закрытии Большого театра. МХАТ тоже революции не нужен. Малый предлагают превратить в музей. Ну что ж, можно было себе только представить растерянность кинометра в белых перчатках, когда он вернулся из эмиграции в город, где, по его словам, каждый, сумевший склеить два кинокадра и не порезаться при этом, объявляет себя гением. Интересно, кого мэтр имел в виду? Между тем, Вертов негодовал пуще прежнего. Организм кинематографии отравлен страшным ядом привычки. 5 полнокровных лет мировых дерзаний пошли в нас и вышли, не оставив никакого следа. Стыдно, товарищи. Спасти ситуацию и очистить организм был призван таинственный Совет Троих. Совет Троих – организация тайная, закрытая, можно сказать, семейная. На правах ближайших соратников туда, кроме самого Дзиги Вертова, входили его жена, монтажер Елизавета Свилова, и его брат, оператор Михаил Кауфман. Совет Троих взял на себя функцию контроля за эволюцией советского кинематографа. По аналогии с Ревкомовскими тройками, этот триумвират тоже выносил смертные приговоры без суда и следствия, правда, казнить собирались не людей, а произведения искусства. Совет Троих также патронировал молодое племя – киноков.
С 1922 года Вертов непрерывно будоражил общественность пламенными призывами к восстанию против засилья на экранах игровой шестиактной кинодрамы. Он буквально метал громы и молнии на головы ретроградов и несознательных элементов. В журналах «Кинофот» и «Лев» регулярно появлялись яростные манифесты киноков, которые сообщали о том, что они открыли лекарство от загнивания кинематографа. Более того, киноки грозились перейти от слов к делу, предлагая проверить найденный препарат на кроликах. В некоторых статьях Вертов объяснял наглядно на примерах логику своих монтажных связок. Допустим, рабочий текстильщик должен видеть рабочего машиностроительного завода, когда последний изготовляет необходимую рабочему текстильщику машину. Рабочий машиностроительного завода должен видеть углекопа, который дает его заводу необходимое топливо – уголь. Углекоп, в свою очередь, должен видеть крестьянина, который производит необходимый ему хлеб. Все трудящиеся должны видеть друг друга, чтобы установить друг с другом тесную нерушимую связь. В 1924 году фильм Дзиги Вертова «Киноглаз» получил медаль и диплом Всемирной выставки в Париже. Особый фурор на выставке в Париже произвел вот этот план. Такого еще не было в истории кинематографа. Еще никто не усаживал оператора с камерой, то есть живого человека, на паровозный шатун или даже на колесо. И это все в поисках интересного ракурса. Однако в непримиримости лидера и заключалась главная слабость киноков. Радикализм Вертова, жившего по принципам «кто не со мной, тот против меня», похоронил его мечту покрыть Советский Союз сетью киноческих ячеек. Даже старая гвардия киноков, закаленная подвалом на Тверской 24, все чаще и чаще спорила с признанным генератором идей. Вертов учил единомышленников видеть правду, и они ее видели, но каждый свою. Желанный Вертовым парад киноков на Красной площади так и не состоялся. Несмотря на разногласия с друзьями, Дзига Вертов не сбавляет скорости и продолжает работать, что называется, на износ. Он снимает, монтирует, пишет сценарий. Около года ему понадобилось на то, чтобы написать сценарий кинофельетона «Человек с киноаппаратом». Фильм «Человек с киноаппаратом» – мощный финальный аккорд, завершивший немой период в творчестве Дзиги Вертова. Под занавес немой эпохи Вертов снял универсальный фильм, понятный любому человеку в любой точке планеты. Почему понятный? Потому что, как ни странно, структура фильма от начала и до конца подчиняется жестким законам драматургии. Той самой, отвергаемой Вертовым драматургии. И это, между прочим, при всех авангардистских находках, беглом монтаже и стилем жизни врасплох. В структуре фильма есть, к примеру, драматургическое начало, так называемая экспозиция. Вот она. Утро города. Спят заводы, фабрики, газеты. Есть и развитие, кульминация. Есть и финальный апофеоз. Вот они, эти финальные планы. Сам киноаппарат, от лица которого зритель и видит фильм. Вот оно. Бесстрастное кино-око. К концу 20-х годов Вертов так далеко умчался от остальных кинематографистов, что казалось, он живет на другой планете.
Немое кино Дзиги Вертова и просто немое кино отличались друг от друга, как кровь и вода. Но совсем откреститься от внешнего мира Вертов все-таки не мог. Недаром вода входит в состав крови. А потом Вертов как бы очнулся от многолетнего сна. Он вдруг с недоумением обнаружил, что все эти годы он был в плену у своих собственных фильмов. Когда Вертов отодвинул камеру в сторону и взглянул на жизнь и на страну своими собственными глазами, он растерялся. В стране царила восточная деспотия со всеми вытекающими отсюда последствиями. В сложившейся обстановке режиссер Дзига Вертов мог либо встать в длинную очередь за куском государственного пирога, либо примкнуть к оппозиции, что было чревато летальным исходом. Вертов не спешил делать выбор. Он не знал, что лучше – смерть от увековеченного им отца народов или жизнь без правды. И то, и другое было одинаково мерзким. Сомнения Вертова отразились в его фильме 1937 года «Колыбельная». Эта картина посвящалась 20-летнему пути страны, пройденному после революции. Погрустневший Вертов хотел напомнить людям о том, ради чего они делали революцию. Но одинокий костер, разведенный режиссером, на общий климат уже не мог повлиять. Стал угасать и сам Вертов. В конце 30-х из него будто вынули пламенный мотор, и на его месте образовалась зияющая пустота. Когда в квартире режиссера звонил телефон, и очередной бодрый голос спрашивал: «Это кинорежиссер Дзига Вертов?» В ответ раздавалось мрачное: «Кинорежиссер Дзига Вертов умер». Вот так шутил Дзига Вертов еще за 15 лет до своей смерти. Как известно, в каждой шутке есть только ее доля. Большая часть – истина. В 1939 году Дзиги Вертова действительно не стало. Но это Дзиги Вертова, а всеми уважаемый работник искусств Денис Аркадьевич Кауфман продолжал жить и трудиться. Он снимал совместные парады советских и немецких войск в Польше еще до войны. Он же фильмами «Кровь за кровь», «Смерть за смерть» и «Клятва молодых» поднимал народ на борьбу с захватчиками во время войны. Что, безусловно, было важно и очень нужно. Но это был уже не Дзига Вертов. 12 февраля 1954-го Денис Аркадьевич Кауфман скончался в возрасте 58 лет. А что же Дзига Вертов? Пиротехник пространства и разрезатель времени. Риф, споровший живот кинематографа. Дзига Вертов – дитя кино плоти от плоти его. В кинематографе и остался. Неугомонный человек с киноаппаратом по-прежнему движется, опережая время. И никто не возьмется утверждать определенно, догонит ли время его хоть когда-нибудь.